Piano, sir. Ο καλός, έβγε! Ой, что мне? Эй, ты! Стой! Пусть на лодке доберется до южной крепости. Уран вулими телехана. Угалос, Эвге! С дороги! С дороги! Эй! Отвлеките противника, я прорвусь! Уйди! Отвлеките противника, я прорвусь! Кто это? Еще один подхалим Евдора, тут как тут? Оставь меня с моей бедой. Я друг поэта Фана, защитник. Ты отважней самого Ахиллеса. Ты спас меня от этих нелюдей. Пошли, живей. Мне сломали бедро. Прошу, осторожней. Твоя жена просила помочь тебе бежать. Жена, моя любимая. Да, в порту есть лодка. Пойдем. Этот Евдор, он просто омерзителен. Не мог простить мне, что моя книга лучше. Все началось с книги о Ниле с роскошными описаниями. Описание мне удается лучше всего. Поэтому Евдор украл все у меня. Сам он пишет ужасно. И ничего не знает о Ниле. Он даже бегемота не в состоянии описать. Попадемся, тогда меня точно убьют. Что тогда будет с моей женой? Аристон, сюда, сюда! Лодка ждет! Поднимешься на борт и отплываем! Это ты? Слава милостивым богам! Ты что, надо выбираться отсюда? Надо бежать, иначе стражи меня найдут. Философу в Египте не место. Я спасен! Уезжай. Филокиты наверняка будут вас искать. Мы сбежим. Вместе с женой поплывем на Крит. Всегда хотели туда перебраться. Возможно, там жизнь будет лучше. Да благословят боги ваш путь, Аристон. О долге и чести сложно судить однозначно. Но, видимо, не в твоем случае. Если все в Египте будут такими, как ты, жизнь станет другой. Τις μείζονος αγώ! Κεραπνέων! Τι ουν τούτου έτσι!